Ой, есть толку теперь. Течет все. Если прямо держать, только маленькая бутылка? Нет, да, любая, тут даже можно двушку засунуть. Но металлический, что плохо, он разгибается со временем. У меня металлический. Просто металл он пружинит и может выпасть. Ты что, флягу хотела или такую бутылку? Хотела или флягу, или литровую бутылку. Мне кажется, сильнее его согнуть. Ну он да, но металл он все равно имеет такую, знаешь, такую, типа... Я только опустила глаза. Амортизацию. Я вот пластик взял, очень доволен. Ну что, порезать тебе саму эту? Тебя-то сфоткать? Не. Да что тут, темно уже. Что мне фоткать? На память. А то у нас есть все фотографии, а тебя нет. У меня нет, да. Где-то есть, здесь фотоаппарат. Я скрываюсь от пластей. Двойной гражданство. Спокойный парень, скрывай. Ты не знаешь. На самом деле он этот, Джеймс 007, видишь, он какой накачанный. Дубы такие огромные. Что примечательно, на всех вот местах, где какие-то барские усадьбы, везде вот такая вот растение. Да. То есть она просто так редко где растет, а вот где церкви, где какие-то бывшие деревни, она там встречается в таких местах, где люди живут. Но здесь круто, видишь, здесь дубы, то есть здесь все специально было для барина. Ну да. Вот, да, он начинается, но все приедут завтра. Вот они тут с металлоискателем все и ходят, ищут монетки. А вот сам барский дом, видимо, или часть его. Какая-то барская усадьба. Остаточки, да, кирпичам уже растаскивают. Ну давай обойдем с той стороны и посмотрим. Вот здесь вход есть, но я думаю, что там внутри все заросло. Граната. Палатика, нужна леська. Боевая. Что это? Граната. Покажи. Ваня. Сейчас покажи. Покажи, ну покажи, Ваня. Покажи. Просто железка. Тракторы отвалил. Спящий.
Пойдемте с другой стороны. Все, провалилось. Вань, что там с другой стороны-то? Пойдемте. Там красивый вид на Волгу. А внутри-то? Уже заросло, скажем так, все кустарником. Да. Изначально было, конечно, круто. Да, то есть это вот как вход. Сами постройки, а? Были деревянные, где жили все крестьяне, все остальное. А это был там гостевой дом для помещика. Здесь вот как, ну, ты заходишь, гостей принимают, и зал большой. Где купали, знаешь, развлекались. Страшно. И так далее. Возможно, там наведение второй этаж. Вот здесь точно подпол, здесь был пол, и там был снизу этаж. Винчишка ходили. Нет, там окна. Он уже сел. То есть это двухэтажное здание само по себе, плюс еще крыша. То есть вот мы сейчас стоим, и здесь был пол. И там подробно есть, ну, как вот эти наши двери, маленькие окна, двери, ходы. Это уже все это осело, что здание тут намного больше, чем что мы это будем. Сколько этих домов будет у меня? И самое главное, что балк. Хотя, возможно, это после революции использовали. Какие-нибудь поля, и тут что-то было. Люди. То есть даже колхозы сюда. Что там? Ай-яй-яй-яй! А там битвы сели. Ну да, с той стороны, там как бы прям на Волгу. Нет. Кто там? Это Саша? Море. Так вот даже, видишь, облицовка сделана. То есть не целиковый фундамент, а просто облицовка из камня. Смотрите, меня тут на окне отрезала, лезла, что ли? Саш, девушка там жаждет фото. Олесь, эротическая давай. Ай. Купай. Что, судя по вот, какая здесь огромная территория, вот там вот, то есть тут стояли-то дома деревянные, угу. Это заросло. А здесь типа рощи, так что эти дубы-то по 100 лет-то есть. Или около того. Да. Здесь, видишь, как дубов то специально выращивали. Водили, сажали дубовые рощи. И вот это вот, вот то, что мы видели, вот этот котлован огромный, скорее всего, неприродное. Угу. Может быть, копали и песок добывали для чего-то. Может быть, как раз для барина. Откуда ты все знаешь? Я выдумываю. Просто вот эта площадка, вот как вот сейчас, вот это поле, и вот это поле, они слишком ровные для того, чтобы быть природными. То есть здесь, видимо, пошли тогда огороды, пашня, да. И распахали вот это и вот это. Потому что там-то вообще поле такое. А в прошлом году приезжали, лошадей было штук 30. И они эти насрали. Все засрали. Кстати, какой-то элемент непонятный. Труба. Ну да, ты тоже доберемся. Нет, дела, мне работать, а ты никогда не работаешь. Я же не буду работать, будь тебе. Видишь, как бывает. А? Видишь, как бывает. С ума. Работаешь, а денег нету. Я не работаю. Я никогда не делаю. Я только делал, как белки. А когда работаю, у тебя не доходит.
все, сейчас едем. Ну завтра вообще много будет. Так, ну вот отсюда нам примерно километров, наверное, 29 до Юности. Значит, 23 километра нам до Мигаловского моста отсюда. 23 до Мигаловского моста, 29 до Юности. Но это если мы поедем полностью в объезд по асфальтовой дороге. Два. Так что за час, пока мы сейчас вот из этого грунта вылезем. Там вот эти горки. Плюс мы уже как бы все-таки вечер уставший, плюс темно. Ровно 2 часа нам до Юности. А? Я вот время посмотрел, забыл. 11:10, да. Ну где-то в час ты дом будешь, Олесь, я надеюсь. Ну как бы да. Рано тебе вставать, Олесь? Надо рано, конечно, А тебе куда ехать сейчас? Мне в Речной. Ну тогда у тебя два маршрута. Ты можешь с нами через Дорошиху, опять же, как мы ехали, или тогда сразу напрямик через город. Саша поедет ему в Южный, как удобнее. Через центр тебе ближе, конечно. Через проспект Калинина, сразу по асфальту. Так, где грязь-то? Вот там одна грязь, здесь другая, да? Мы ехали еще по другой дороге. По другой дороге? А, нет, ну в принципе подсохло. Да, мы ехали по другой дороге все. Там параллельно. Мы мимо дачи ехали, а сейчас мы по берегу. Потому что мы через это здание проехали. Вот с той стороны деревьев ехать. А, да? Да. Немножко объехать.